До предпремьерного показа нового блокбастера Натальи Колдашовой остаются считанные дни. Практически все готово, осталось только снять некоторые сцены, видео которых будут использоваться на самом мюзикле. В бассейне «Нептун» режиссер видео Василий Черетнюк снимал актеров исключительно под водой. В спектакле есть момент, когда герои терпят кораблекрушение и тонут. Вот эту сцену и увидят зрители на большом экране. Я очень люблю бассейн, часто мы сюда ходим. Но так, чтобы устраивать съемки в воде, на это способна, наверное, только Наталья Александровна. Я пока в безумном таком шоке, непонятно. Никогда не думал, что мне придется сниматься в бассейне. Она боится. Вот. Сейчас он ее так в крупном плане трясет, и мы сразу юбку запускаем туда, и он ее трясет. Все, и мы дальше. Съемки двухминутного видео растянулись на 5 часов, но этого того стоило. После финального монтажа и обработки зрители действительно должны поверить в реальность настоящего морского шторма. Мы умрем. Прощай, жестокий.